ребят, всем привет. И сегодня снимаю для вас новое видео, в котором буду рассказывать, как телепортировать машину, определенную машину на определенные координаты, не теряя ее скорость. Помните, у меня было видео, как телепортировать игрока на определенные координаты, не теряя его скорость и его анимацию. Вот. И я в своем видео в конце у него сказал то, что я сниму когда-то видео о том, как телепортировать и машину таким образом. Вот. Но так и не снял, поэтому сегодня я это сделаю. Да. Также меня попросили не рассказывать скрипт, как он работает с самого начала, то есть не рассказывать то, что я рассказывал раньше. Я считаю, что люди, которые меня в этом просили, действительно правы, потому что я очень много раз об этом рассказывал, и смысла рассказывать еще раз просто уже нету. Я уже столько раз это все рассказывал, поэтому уже просто, наверное, противно это слушать. Ладно, если вы не знаете, как работает скрипт, посмотрите самое первое мое видео и дойдите до текущего. И тогда вы уже будете все понимать. Ну что ж, сама главная функция скрипта, вот она. Вот, она вызывается с помощью CallScan, вот этого обкода 0AB1, и имеет 4 параметра, про которые я расскажу. И, в общем-то, и все. Вот это все, это уже моя фантазия. То есть, основная главная функция вот, а ее вызов вот. Ну, давайте я, как обычно, расскажу немножко, как она работает, а потом покажу в игре, и на этом мы закончим. Ладно, активация скрипта производится с помощью двух условий. Первое условие — это то, что введен или нажат, ну, скорее, наверное, введен чит-код 1, и я нахожусь в транспортном средстве. Если эти условия верны, то есть возвращают они true, то скрипт перейдет дальше, то есть он пойдет вот сюда. Дальше я получаю хендл текущей машины и получаю координаты, на которые мне надо телепортироваться. Это все уже моя фантазия, вам, в принципе, нужно будет только вот это. Значит, чтобы телепортировать определенную машину на определенные координаты без потери ее скорости и так далее, вам нужно в данную функцию отправить 4 параметра. Первый параметр — это handle машины, остальные 3 это координаты x, y, z. Вот для этого я и получал хендл текущей машины, и для этого я и получал координаты, на которые надо телепортироваться. В принципе, вы можете это вообще убрать нахуй и оставить только хендл нужной вам машины, а координаты написать самим. Но я так делать не буду, поэтому я уже делаю так, как мне удобно. Ну, вы можете делать, как вам удобно, в принципе, без разницы, это ваша фантазия. Ладно, значит... Ну что ж, давайте рассмотрим CallScan функцию, она очень простая. Помню, я, в принципе, уже про нее рассказывал. В принципе, здесь все то же самое, только здесь вместо указателя структуры игрока здесь стоит указатель на структуру машины. Чтобы получить указатель на структуру машины, используется обкод 0A97, он имеет два параметра. Первый — это результат, который запишется в переменную, а второй параметр — это, собственно, handle машины, из которой брать указатель, собственно, на структуру. Дальше я с помощью обкода 0C0C, это обкод сам функции, я получаю, то есть считываю, скажем так, указатель на координаты в структуре. Он имеет offset 0x14, то есть это 20, если перевести. И записываю данный результат в переменную 26. Данный вообще обкод имеет 4 параметра. Первый — это куда записывается результат. Второй — это какую структуру считывает, в моем случае это переменная 25, потому что переменную 25 до данного обкода я записал указатель на структуру машины текущей. Текущей, потому что я отправил текущий handle, ну, текущей машины, да. Дальше у меня стоит 0x14, 0x14, я, как уже сказал, это указатель на координаты в структуре. И в конце записан size, size 4, ну, это по стандарту, в структуре бывает 4, ну, по крайней мере, я больше не встречал других значений. Почему вот здесь 4 везде стоит? Потому что в координаты, как вы знаете, ну, в GTA San Andreas, они используют формат float, то есть число дробное, а число дробное имеет размер 4 байта. Поэтому мы здесь везде пишем 4. Значит, данный обкод 0C0D, он тоже имеет 4 параметра. Первый параметр — это, собственно, структура, в которой... нужно произвести изменения. Во всех трех обкодах я поставил его 26, потому что у меня в переменной 26 указатель на x, y, z координаты, то есть указатель на структуре в этой, да. Ну, я про это уже говорил. И дальше у меня идет 0x30, 0x34, 0x38. 0x30 это координата x,
Простите, что там на улице шумят, но я живу рядом с дорогой, поэтому у меня вот такие могут быть проблемы. Но я не думаю, что это особо мешает. В принципе, меня хорошо слышно, и я не думаю, что это будет особо отвлекать. Координаты x, y, z. Вот это x, это y, собственно, а это z. Ну, собственно, здесь больше нечего рассказывать. В конце вот эти три параметра, это, собственно, координаты, на которые будет телепортироваться машина. Здесь просто указываем нужные координаты. Здесь написано 1, 2, 3, потому что при вызове с помощью CallScan функции я отправил координаты 3, 4, 5 на позиции 1, 2, 3. То есть это 0, это 1, это 2, это 3. Поэтому здесь 1, вот он 1, это 2, вот он, нет, 0, 1, да, это 2, вот он 2, а это 3, вот он 3. После этого произойдет обкод возврата, то есть мы вернемся обратно в CallScan функцию, и скрипт продолжится. После продолжения скрипт прыгнет обратно, что позволит нам телепортировать машину много раз. Все. Вот так я быстро вам рассказал, как работает данный скрипт. Теперь давайте я попробую вам показать его в игре. Сейчас мы его скомпилируем. Ну, в принципе, данный код будет работать абсолютно на любом сервере. Просто давайте сейчас я покажу... Ну, на сервере читинга, потому что там проще всего показать, можно спокойно машину заспавнить. Сейчас я попробую вам все продемонстрировать. Вот мы заходим, загружаемся, выбираем скин. Так, теперь давайте попробуем заспавнить машину. Ну, я буду, например, спавнить мою любимую, это Infernus. В принципе, вы, наверное, заметили, что я люблю Infernus. Так, ладно. Давайте уберем звук, у меня тихий. Так, смотрите. Помните, да, у меня активация была на... Давайте посмотрим. Активация была на клавишу 1, поэтому при нажатии на 1 я, по идее, должен телепортироваться на 3 метра вперед. Смотрите, вот я еду. Ну, давайте, нет, сначала буду просто стоять. Нажимаю на клавишу 1. Видите, я телепортировался на 3 метра вперед. Нажимаю еще раз, и еще телепортировался. И вот так могу телепортироваться. Но... Чем отличается данный телепорт от обычного телепорта с помощью обкода, не помню какого, put car, помощью обкода 00AB, собственно, отличие в него очень большое. Смотрите, я разгоняюсь и нажимаю на телепорт. Видите, я телепортируюсь, а скорость машины не сбивается. Собственно, это вот и есть главное отличие. То есть вам не придется после телепортации, ну не знаю, куда угодно, заново восстанавливать, собственно, параметры для машины. То есть после телепорта обычно сбивается скорость, да, ну вы знаете. А вот с помощью такого телепорта ничего сбиваться не будет. И поэтому очень классная штука. Много где может, в принципе, примениться. Ну, я, в принципе, не знаю, где я такие скрипты в основном не пишу, где такие телепорты нужны. Но для некоторых ботов, например, какой-то бот вы пишете, да, там нужно на машину сесть, ее телепортировать с определенной скоростью. Ну, в принципе, я не знаю, это уже фантазия, собственно, где понадобится, вы и будете использовать данный метод. В принципе, я не знаю, я не советник по таким вещам. Ну вот, собственно, телепорт, как видите, работает. Я разгоняюсь, нажимаю на единицу, машина телепортируется, как вы видите, но скорость не теряется. Это очень классная вещь. Вот, собственно, видите, как телепортируемся. Ну вот, я провалился, но не суть важно. Сейчас мы, давайте, телепортируемся обратно в машину. Так, ну вот, видите. Ну, в общем, все, думаю, понятно с этим. Давайте выйдем из игры. Вот такой вот простой код, на самом деле, все, что вам нужно, если вы хотите использовать данный код, вы должны взять вот это, собственно, вызов данной функции, у нее, я как сказал, несколько параметров, вот раз, вот два, вот три, вот четыре, и саму функцию скопировать. В принципе, самой функции ничего менять не надо, она уже полностью готовая, вам просто нужно вызывать, а вызывать уже как, это уже вам решать. Собственно, вот, собственно, такое маленькое видео, получилось, ну, практически 10 минут, ну, ничего, и, ну, все, как бы, да. Подписывайтесь на канал, ну, в общем, вы это знаете. Не думаю, что стоит повторять. Ладно, ребят, всем удачи и всем пока.